Намасте, дорогие друзья! Здравия, с вами снова Ярослав Мудрый Воронцов. И сегодня закончился третий день тренинга тренеров. И что я хочу сделать, маленькое краткое резюме этого дня. Сейчас настроим видео. Okay. Резюме этого дня. Отлично, супер. Что за резюме этого дня? Что в нем было интересно? Первое, мы сегодня проходили воронку продаж с точки зрения тренеров, как это делать более правильно, более эффективно, для того, чтобы получать эффект. И вкратце сейчас скажу эту воронку продаж, значит, то, что помню. Okay? Значит, начинается с того, что мы продаем продукты, предлагаем, вернее, продукты бесплатные. Потом есть продукты на условно платные, есть продукты и есть продукты платные. Okay. Бесплатные продукты, соответственно, это те продукты, которые машина появилась, дислокация. Бесплатные продукты это те продукты, которые мы предлагаем своим клиентам, потенциальным клиентам, просто подписчикам. Соответственно, бесплатно это могут быть продукты цифровые, ваши книги, аудиокниги, видео, записи, тренинги, это могут быть консультации, если вы в состоянии, конечно, их потянуть. Вот это вкратце, я сейчас скажу, что я помню, да? Okay. Второе, условно-платные. Условно-платные это те продукты, которые, в общем-то, за символическую плату вы продаете своим потенциальным клиентам. И плата очень символическая, скажем, $3, $5, $10 за продукт, который стоит, скажем, в 10 раз больше. И идея какая? То есть дать вашим потенциальным клиентам возможность прочувствовать вас, кто вы как тренер, кто вы как коуч, и что у вас есть вкусного, что у вас есть хорошего, чтобы, потому что если тебя не знают, то никто не будет вкладывать большую сумму для того, чтобы купить продукт, который потом может выбросить. Да? Вот. Начинаем с этого. И третье, это уже платный продукт, это обычные ваши тренинги, семинары, которые вы проводите, это могут быть ваши аудиозаписи, видеозаписи, конференции и так далее. То, что вы делаете регулярно, обычно. Здесь мы говорим о цене продуктов, консультации в том числе, продуктов, которые ну, для пространства, скажем, России и Украины, начиная там от $100 за час. В зависимости от вашей квалификации, от вашего престижа, насколько популярный тренер, вы начинающий, вы средний или вы уже бренд. Okay. Это третье. И четвертое это эксклюзивные продажи для ваших фанов, скажем так, то есть тех клиентов, которые вас любят, которые за вами уже следуют. И тех людей, которые готовы быть всегда с вами, неважно, какую тему вы даете, они просто следуют за вами. В этом случае это могут быть организации с поездкой, сочетание тренингов с поездками. Например, вы едете в Индию, как вот мы едем в Ведадом Академии Успеха, мы едем в Индию с ноября месяца по май следующего года, и мы будем проводить самые разные тренинги по всем сферам развития личности. Более подробно это будет в нашей группе и в анонсах. И ваши поклонники идут за вами. Они едут за вами, потому что им интересно просто тусоваться с вами, потому что энергетика, которую вы излучаете, она их заряжает, она их вдохновляет, и им просто ну, прикольно находиться с вами. Это прикольное слово такое, конечно. Им просто интересно находиться с вами, потому что они знают, что
Что бы вы ни давали, это будет им интересно и полезно. Окей? Это одна группа. Это, кстати, это то, что сейчас я придумал сам. Это не было на тренинге, я придумал сейчас сам. Но вижу, что в этом есть смысл. Кстати, очень полезно. Я сейчас использую формулу 5P обучения, которая, я так сказать, моя формула, изобретенная формула, которая заключается, сейчас попробую вспомнить ее, формула обучения 6P вообще-то она называется. Попробую вспомнить, я сам ее забываю. Первое, это нужно, информацию нужно принять, передать, затем ее нужно... потом ее нужно поднять, то есть усилить, добавить что-то новое, практиковать и повышать по уровню, окей? То есть ты совершенствуешь, ну ладно, подробно не будем это говорить, поскольку у меня есть отдельная для этого запись, и есть отдельное видео, в котором говорится формула обучения, успешная формула обучения 6P, Ярослав Мудр. Интересно, забейте в скайпе, она там есть. Итак, возвращаемся к нашим видам продаж продуктов, которые мы продаем. Итак, давайте подведем итоги. Первое, это бесплатные продукты. Второе, это условно платные. Третье, это обычные продукты ваши ходовые, которые вы продаете. Тренинги, семинары, материалы, аудио, видео, консультации и так далее. Четвертое, это... это то, что я сейчас придумал, только пришло в процессе этого обучения. Четвертая группа, четвертая, да, это у нас? Четвертая, это, ребята, неважно. Это фан-клуб, отлично название будет, фан-клуб. Это когда у вас есть свои поклонники, которые вас любят, которые нравится просто находиться с вами, как говорится, тусоваться, да, и... Они готовы быть с вами везде, где бы вы ни были, потому что не знают, куда вы не пойдете, им везде будет это интересно. Это единомышленники, это люди по духу, скажем так. Я бы сказал, даже это те люди, которые, в принципе, в дальнейшем могут быть вашими друзьями. Okay. То есть им интересно там, где интересно вам. И им просто приятно находиться с вами, потому что вы даете им какую-то полезную энергию, полезную информацию. Вы просто классный человек, с которым им хорошо находиться рядом. Да, есть такие, знаете, есть такие живчики, которые заряжают атмосферу, какой бы вы ни находились. И последнее, это эксклюзивные клиенты. Эксклюзивные клиенты, это их не может быть много. Им продаются, скажем, VIP Club. Okay, VIP Club. Very important persons. Это в переводе с английского, знаете, да? Очень важные персоны. Ну, у нас называется что-то VIP, английская терминология. Это те продажи, которые вы делаете для эксклюзивных клиентов. Соответственно, стоит это дороже. Намного, скажем, если обычная у вас курс-сессия, например, идет от $100 в час, то здесь за, скажем... Excuse me, guys. То здесь за одну поездку заход на мероприятие, которое, ну, где-то должно быть как минимум где-то неделю, я так полагаю, неделю 10 дней, оно начинается где-то от $1000, okay? То есть это какие-то очень эксклюзивные, очень особенные тренинг, на котором не может быть много человек, да, начиная от одного и, ну, не более 5, я бы так сказал. То есть это очень такие custom-made, я бы так бы сказал, да, custom-made, то есть тренинг, сделанный под клиентов, под конкретных клиентов, под конкретные их запросы, созданы конкретные материалы, которые помогают им решить их конкретные задачи. Вот, наверное, я бы так сказал. То есть, но это не в одиночку, а в группе, да, скажем, ну, группа, как мы сказали, там 3-4 человека, до 5, может быть, до 7. Идея какая? Чем отличаются, скажем, такие же, есть такие же, скажем, индивидуальные даже, да, мероприятия? В том, что есть потребность работы в группе.
потребность работы в группе, а в группе всегда появляется, когда объединены люди единой целью, единой задачей, то открываются новые ресурсы. То есть одно дело, когда вы один на один с клиентом своим, хотя, кстати, вот это новый способ общения с клиентом, новый продукт, который я сейчас тоже раскрою, тоже он мне сейчас, в общем-то, пришел. Я чувствую, что его нужно раскрыть. Так вот, работа в группе для таких эксклюзивных клиентов, для которых создан специальный продукт, она отличается от работы индивидуальной, тоже по эксклюзивному продукту, тем, что здесь есть возможность получить инсайт, получить энергию не только от коуча-тренера, но и от самого себя, но также и от группы. То есть мы знаем, ну, типа brainstorming, групповая работа, это вот в этом я вижу потребность людей работать в таких ситуациях. Если же вам не нужна группа, вы эксклюзивный клиент, и у вас есть эксклюзивный заказ на конкретный тренинг, развитие каких-то определенных качеств, и вы хотите один на один с тренером, то в этом случае будет индивидуальная работа. И такая работа также начинается от $1000, okay? В зависимости, конечно же, от времени, вложенного в этот процесс, от условий и так далее. Okay? Ну вот, пожалуй, все, что я хотел сказать, как бы подведение итогов в качестве моего резюме сегодняшнего третьего дня тренеров, который проходит в Киеве и с Еленой Тарариной, если кому-то это интересно. И вот, пожалуй, все. Я замер. Думаю, что-то можно сказать вам еще. Наверное, сделаю в следующем видео. Ну, на этом, пожалуй, все. Друзья, позвольте мне распрощаться с вами и сказать вам до свидания. Вам хорошего, прекрасного дня. Что я хочу еще пойти на тренировочку. Время уже после 6. Хочу потратить на тренировку целый день, сидеть с 10 до 6. Очень тяжело. И организм требует бодриться, зарядиться энергией. Я сейчас буду бегать и что-то новое еще вам расскажу. Вот, пожалуй, все. С вами был Ярослав Мудрованцев. Намасте. Одна рука занята. Любите себя, любите своих близких, любите всех вокруг, и любовь вернется вам старица. С вами был Ярослав Мудрованцев, да? И Академия Успеха на позитивной волне. Вот и все, пожалуй, друзья. Stay tuned. Следующая информация будет в новом эфире завтра. Намасте.